Всем привет, ребята, и это начало нашего влога. На самом деле я поняла, что я очень люблю влоги, хоть и у меня до сих пор не получается снимать их так круто, как это должно было быть. Вчера я снова вернулась в Корею. Единственное, что я была уставшая после перелета. Долгий перелет, это сказывается так на организме. Если честно, мне нужен потом очень долгий период реабилитации после этого. Я вчера поспала пару часов днем, сейчас поспала где-то 7 часов. И, в принципе, я себя чувствую хорошо. Единственное, что мне нужно покушать и выпить какой-нибудь кофе. Я уже собралась, сделала свой макияж. И вчера... Почему я вчера ничего не снимала? Потому что вчера я встречалась с другими артистами из своей компании. У нас был ужин, мы сидели там, болтали, веселились, можно так сказать. Очень милый вчера был день. И что я вам хочу сказать? Посмотрите. Мне подстригли волосы. Вы видите? Посмотрите. Сейчас 12 часов ровно, и меня заберет машина в 1:10. Поэтому давайте с вами поболтаем. Oh my god. Can we switch the language? Oh, I'm sorry, guys. I'm gonna try this one. Banana milk. О, я очень люблю это банановое молочко. Оно настолько вкусное. Я уже оделась. У меня сегодня такое милое платье с кошечками, вы его помните? На самом деле, ребята, я брала с собой очень мало одежды. Я всегда езжу с чемоданом, который супер-мега огромный. И в него можно вместить больше 25 килограмм. Это точно. И у меня всегда получается перевес из-за того, что я очень много покупаю разных вещей, которые мне нужны и необходимы. Или нет. Я сняла сейчас прикольные тиктоки, уже их выложила 2, и еще сняла 2 на прозапас. Поэтому, ребят, подписывайтесь на мой тикток. Сегодня такая солнечная тоже погода. Солнце через небольшую дымку такую. Было бы вообще круто, если бы было еще видно голубое небо. Ребята, вот принесли. Вот это, если честно, я не знаю, что. Вот это и вот это. Сейчас мы с вами попробуем. Вот это еще горячее. Это напоминает мне горячий моти. Тут внутри, конечно, бобы. Знаете, само тесто, оно не сладкое. Оно как у моти. Но начинка из этих красных бобов, она очень сладкая. Знаете, как будто бы пюре. Пюре в кубике. И это пюре из бобов. И вот наше блюдо. Сейчас будем кушать. Приятного аппетита. Итак, ребят, сейчас я нахожусь в одной стоматологической клинике. И просто посмотрите на мои ногти. Я теперь просто буду... Мне сделали такие ногти, потому что у меня завтра съемка. Сама бы я такие никогда не решила сделать, потому что, ну, мне вообще не нравятся ногти длиннее вот этих моих естественных коротышей. Сейчас заполняю всякие бумажки, и, возможно, мне снимут мои брекеты. Ребят, вы представляете? Мы сейчас встретили Мэри, мы ее забрали с работы, она мне дала мороженое. Здесь и так холодно, Мэри мне еще мороженое дала, она еще сама его ест. В общем, ребят, сейчас я буду умываться, делать себе маску для лица. Завтра мне придется рано вставать, поэтому сегодня мне также придется рано лечь. Я хочу вам сказать спокойной ночи, и мы увидимся с вами завтра. Всем привет, сегодня у меня съемочный день. Снимаем для Ganesh, это корейский бренд ювелирных изделий. Я на самом деле в очень хорошем настроении. Мне сделали такой симпатичный макияж, прическу.
Меня уже переодели в вещи, в которых я буду фотографироваться. Вот так выглядит. У нас был ланч. Кстати, сейчас безумно красиво, посмотрите. Вау. Уже час дня. Мы будем работать где-то до 6, я думаю. Мне подарили кольцо. Не знаю, вы видите или нет, но оно такое изящное, очень простое, и мне так нравится. Если вы хотите купить или подарить кому-то красивое украшение, то Ганеш вообще красота. Красота в простоте, я вам уже говорила. И затем к вам снова вернусь. На улицах не так много людей сейчас. Итак, ребят, сейчас я вышла возле клиники. Также здесь, в Корее, развешаны везде вот такая памятка, чтобы не заблеть. Да, много людей знаменитых, как вы можете заметить. Знакомые лица. Также делали зубы в этой клинике. И сейчас иду туда я. Сегодня я надела новые джинсы. Кстати, ребята, вот результаты преображения до и после. Посмотрите на их улыбки. Нам принесли горячий чай травяной. Он очень вкусный. Нереально пахнет. Перед тем, как мы прошли в комнату, чтобы заполнять документы, чтобы начать процедуры, также они измерили мне температуру, они дали медицинскую маску, они дали мне продезинфицировать руки. То есть вы понимаете сервис, да? Поэтому сейчас мы ждем в специально выделенной комнате. Я сейчас сижу в кабинете, сделали мне снимки с фотоаппарата моей челюсти. Я сейчас сижу и жду, когда придет обратно доктор. Что-то тут неладное назревает. После моих вторых брекеров у меня очень повреждены зубы. Другой доктор сделал фотографию моих зубов. Я могла увидеть, что у меня очень подранная структура сама зубов, его поверхность. Вообще в шоке. Я хочу попить воды. Я еду в Hyundai Department Store, и там мы будем смотреть на Ganesh, их магазин. У них висят мои фотографии с моей первой самой фотосессии. Я специально туда еду, чтобы наконец-таки сфотографироваться.
на фоне своей фотографии. Просто была моя мечта. Ой, наконец-таки я это сделала. И мы с вами спустимся на нижний этаж, чтобы что-нибудь покушать. Сейчас 3 часа 21 минута, и я до сих пор ничего не ела. Ребят, посмотрите. Буду второй раз по комплексу гулять. Кстати, это SM Town. Посмотрите, насколько он огромный. Здесь нереального размера экран. Я всегда на него смотрю, когда проезжаю мимо. Вы видите этого человечка, который шагает по травке полностью из цветочков. Поэтому человечку очень круто узнавать, какая сейчас погода. Написано, что солнечно, 7 градусов. Как раз таки памятки, стоят санитайзеры для рук. Но я с собой взяла свой санитайзер, поэтому давайте же найдем место, где я могу поесть. В кафе много разной пиццы, американская, их фирменная. Также есть салат и пасты. В общем, я решила взять себе салат и пиццу. Он такой мне говорит, типа, ты одна будешь эту пиццу для одного? Я говорю, да. Он говорит, ой, она очень большая. Я говорю, ничего, я справлюсь. Я взяла себе кока-кола без сахара. Если честно, я никогда не пью кока-колу, но сегодня у меня такая ностальгия, когда в детстве я с родителями ела пиццу, и мы забивали ее колой. Поэтому я решила, если я не съем эту пиццу, я возьму ее с собой и угощу ей Мэри. Мне принесли салат «Цезарь». Он просто огромный. Я не знаю, люди будут, наверное, в шоке, что я одна, наверное, это все съем. Потому что вообще берут по одному блюду на компанию и делят. Принесли пиццу. Она очень красиво выглядит. Я уже поела. Я взяла с собой оставшуюся пиццу. Thank you.